Привет, мои хорошие! Сегодня я хотела показать, быстренько-быстренько покажу то, что я купила вчера. В основном косметика. Знаете, как-то я неудачно зевнула, и у меня заложило оба уха. Первый раз у меня такое в жизни. Так, что я купила вчера? Я купила вот эти тенюшки. Makeup Revolution. Так, номер не знаю, где тут какие номера, девочки, я не разбираюсь, вам виднее. Вот такая вот палитра. Сразу скажу, купила их, потому что видела немало обзоров на эти тени, и все их хвалили. Кстати, вот они сейчас на мне. Могу сказать, в принципе, то, что в упаковке, то и на глазах получается. Тенюшками довольна. Купила вот такой тональный крем. Он тоже сейчас на мне. А знаете, это на удивление крем, который мне понравился. Обычно кремы, которые я здесь покупала в Турции, да и не только в Турции, были, знаете, такие плотные или слишком жидкие, ничего не покрывающие, или цвет не тот. Ну, короче, все было не то. Этот крем меня устроил полностью. Он жиденький, как я люблю, не застывает моментально. Успеваешь его на все лицо распределить. И у него нет вот этого вот матового эффекта маски, то, что я не люблю. Я люблю такой крем, легкий. Вот он. Я довольна. И цвет мне как никогда вот удалось подобрать, который мне подходит. 150 номер у меня. Так что все хорошо. Крем подбирала сама. Знаете, вот если вы приедете в Турцию и будете заходить в магазины косметики, я вам советую, вообще не обращайтесь к продавцам-консультантам, консультанткам. От них толку нет никакого. Они будут вам предлагать какое-нибудь говно, что обязательно вам не подойдет. Или то, что нужно быстро-быстро продать. Они мне предлагали всякие разные кремы, которые категорически вообще не мой цвет. Крем выбрала сама. И купила вот такую помаду. Max Factor. Номер. Ну вот все было, как всегда, в скотче. Я все отдирала, поэтому... А, номер 500. Вот. Она тоже сейчас на мне, кстати. Двусторонняя. Сперва наносится вот эта вот помадка. А когда подсохнет, потом уже наносишь вот этот блеск шиммерный. Так. Что скажу? Из всего, что купила, помада мне понравилась меньше всего, но это не значит, что она плохая. Мне показалось, что она немного плешивит. Может быть, это у меня такое ощущение после матовых помад. Но четверочку можно ей поставить. Из 5 баллов 4 можно поставить. Кстати, по ценам. А, еще все-таки я купила это кокосовое масло за 36 лир. Говорят, оно полезно и для кожи, и для волос. Будем экспериментировать. Так, ну уши ужасно заложило, кошмар. Так, кокосовое масло 36 лир. Ревлон крем 30 лир. Это все со скидками я купила. Девочки, 50% скидка на все. А единственное, на кокосовое масло не 50% была скидка. А вот на косметику 50% скидка. Ревлон 30 лир. Makeup Revolution. Вот это тоже я купила за 30 лир. Со скидочкой. И вот эта помада 27,50, ну будем говорить 28, ну это тоже считайте с 50% скидкой, да? 50 или 40%, я уже точно не помню. Но эта помада не стоит этих денег. Как-то вот из всего, что я купила, вот за нее мне стало жалко то, что я дала. Так, и
полностью на мне макияж сделан, сейчас покажу. Вот этой тушью, которую я брала тоже на днях, кстати, по советам девочек, спасибо, девочки, я оставила тушь вот в открытом вот таком вот состоянии ровно на одни сутки, и скажу вам честно, она стала чуть получше. Вот она сейчас на моих ресницах. Видите, какой-то эффект все-таки от нее на ресницах есть, она стала получше. Спасибо, что порекомендовали. Так, вот эта тушь сейчас на мне, тоже брала ее здесь. Вот этот консилер на мне, тоже местный. Кстати, вот этим консилером я довольна больше, чем тем, который я взяла на днях. На днях я взяла марки Пастель, по-моему, да. Но вот этот мне все равно нравится больше. И вот эти румяна на мне, но они уже с Алиэкспресс. Румяна тоже прекрасные, девочки, я вам рекомендую, кто ищет вот розового оттенка, вот это прекрасный румяна. Хотя там есть не только розовый, там есть разных оттенков. Румяна прекрасные, у меня первый оттенок. Видите, они такие спокойные. Я нанесла именно вот эту вот спокойную сторону, а здесь есть еще более яркая. Еще на мне хайлайтер вот здесь и вот здесь. Ну, я его забыла принести сюда. Хайлайтер пуповский. У меня там бронзатор, хайлайтер, все вместе, я ни разу его показывала. Так, что еще купила вчера? Еще купила все-таки кроссовки. Помните, я вам показала видео, если оно уже вышло, кроссовки, которые мне понравились. Те были за 239 лир, но моего размера, к сожалению, не оказалось. Эти точно такие же, но с коричневой подошвой. Те были с белой подошвой, и эта фирма другая. Модель одинаковая, просто подошва отличается. И фирма другая. Это фирма NG. Они были там изначально 570, что ли, 580, что ли, лир. Ну, конечно, это нереально такие деньги за них дать. И якобы скидка на них чуть ли не 50%. И купила я их вчера за 270 лир. За 279 лир. Ну, будем говорить, за 280 лир. Кроссовки суперские, на лето самое то. Я специально взяла бежевый цвет, там были бежевые и черные. Черные смотрелись как-то дешево. Это 37 размер, как ни странно. Я в Турции ношу 38 размер. 38 мне были большие, 37 мне как раз подошли. Бежевый цвет, как мы знаем, кремовый, молочный. Он подходит под все. Они очень удобные. Буду, короче, я в них щеголять летом. Ну вот то, что я купила вчера, больше показывать нечего. Сейчас буду снимать распаковку, у меня там 5 или 6 пакетиков лежат, уже несколько дней, честно сказать, собираются, никак до них руки не дойдут. Надо все-таки снять распаковочку. Там у меня с Алиэкспресс и с сайта Shein мне пришло платье и пиджак на обзор. Посмотрим, посмотрим. Первый раз мне что-то пришло бесплатно, и я буду смотреть, каково получать вещь бесплатную. И какого качества бывает вещь, когда она пришла бесплатная. Самое интересное. Вот шейновскую распаковку я сделаю первее, чем Алиэкспресс. Еще, девочки, кто будет спрашивать на мне, вот это вот ожерелье камушек с Алиэкспресс, оно розового цвета, оно чуть-чуть ярче в реальности, чем вот в камере. В камере она кажется так бледноватой, но она чуть-чуть поярче. Ссылочку, если не забуду, оставлю обязательно. У меня есть еще такое же белое. Бесподобное украшение, у меня постоянно видео спрашивают про него, поэтому я заранее говорю, что ссылочку оставлю. И вот колечко, если тоже кто-то спросит, тоже с Алиэкспресс, тоже, если не забуду, ссылочку оставлю. Ну вот, все на мне, все, что... А, кстати, свитерок, про него тоже часто спрашивают. Свитерок не с Алиэкспресс, поэтому нет на него ссылочки, ничем не могу помочь, кому понравится. Я его покупала здесь, в местном магазине каком-то. Он стоит дешево, 30 лир буквально. Это где-то 500 рублей тогда это было, сейчас того меньше. Покупала я его года 2 назад точно. Ну вот, служит он мне верой и правдой. Класс, ничего.
Но ссылочки на него нету, девочки, естественно, потому что я купила его в турецком магазине каком-то, знаете, очень дешевом каком-то магазине, я не помню, то ли это было Вайкики, то ли это было Дефакто, в каком-то из этих магазинов купила. Ну вот, мои хорошие, быстро-быстро, о, уже 10 минут прошло, видите, как... Видите, как быстро время проходит. Ну и все, спасибо, что меня смотрели. Еще раз повторю, крем суперский, замечательный. Тенюшки тоже мне очень-очень понравились. Я не стала свочи показывать. Наверное, многие знают эту палетку. Помада на четверочку. Так, дороговато, я говорю. Ну и вот эта тушь все-таки, как и говорили девочки, хорошая. Спасибо, девочки, еще раз. Все, мои хорошие, закрываюсь. Если кому понравилось мое видео, не забываем поставить пальчик вверх. Мне будет очень приятно. Меня будет это мотивировать на съемку видео для вас в дальнейшем. А если не понравилось, простите. Ну, простите, вот такая вот я вам не понравилась. Все, пока-пока, мои хорошие.